Всем привет! С вами Алекс, компания LA Service. Мы находимся на нашем ярде. Наш адрес 2670 Northwest Gresham Circle Road, Troydell, Oregon. Телефон 503-863-6332. На этом траке я заменил клатч фен. Это у нас осталось за кадром работа, так как съемка, она занимает очень много времени. Но этот трак надо было быстро сделать, и он должен ехать в рейс, так что эта работа у нас осталась за кадром. Но у нас есть следующая работа. У меня есть вот трейлер, рифер, utility. На этом трейлере Hendrickson Suspension, подвеска Hendrickson. Тут я буду менять вот эти втулки, по-нашему они bushing, вот это крепление оси тележки. Вот в этом креплении имеется sanding block, который я буду менять. Для этого дела я буду снимать эту тележку с трейлера полностью. Вот я открутил вот эти крепления, которые держат эту тему. Вот сейчас отключаем все шланги, провод на ABS. Короче, вот такая тут возня. Буду снимать эту телегу по той причине, что эта работа у меня занимать будет много времени. Тут еще надо будет менять подшипники. То у меня места мало в шапе, можно загнать этот рифер полностью, но он тогда будет стоять только один. А так я смогу попутно еще заниматься ремонтом каким-то, трак можно загнать там на замену масла и еще на какую-то работу. И в Орегоне дожди идут, на улице как-то не очень интересно работать. И вот я решил снять телегу полностью и буду заниматься этим сейчас в ближайших пару минут. Там ребята спрашивали, на чем я езжу. Вот я езжу на такой машине. Машина Passat, 2005 год. Брал ее не новую, но наездил я на ней много. Она у меня дизельная, турбодизель. Вот. Вот пока занимался снятием телеги, дождь пошел, так что этот процесс сделался очень быстро, и тележка уже хорошая. Вот она, телега у нас в шапе. Будем бомбить ее, до вечера должны управиться. Значит, так, у нас тут есть новые запчасти, регулировочные шайбы на alignment, новые сайлинблоки. Вот они так выглядят. Вот сайлинблок. Шайбы, которые устанавливаются на этот сайлинблок разбега. Новые болты. Новый набор гаек. Короче, этот один комплект, это на одну ось. Такая смазка здесь специальная, для того, чтобы запрессовать этот санинблок. Короче, вот так. Это на одну ось и на другую. Есть два набора таких. Вот у нас сняты колеса, откручены болты, сняты
шайбы регулировки. Вот сейчас идет процесс запрессовки. Опускаем балку вниз. Вот домкрат. Сейчас подкачаем. Опустится доступ к соленблоку. Итак, открыли доступ к соленблоку. Вот этот у нас с левой стороны еще более-менее. С правой стороны соленблок разбит. Вот он там видно, как просел. Центр сместился вниз. Будем менять. Вот, для снятия соленблока у нас имеется вот такое приспособление. Приспособление это ставится с одной стороны на соленблок, с другой стороны упирается шайба, и все это дело тянется винтом вот таким. И соленблок выпрессовывается вот в эту железку, он заходит. Вот у нас будет оно вот так стоять на машине, вот оно на телеге вот установлено, и будет тянуть соленблок. Соленблок оно вытянет из кронштейна, и так же само запрессовывается, только все ставится с другой стороны. У нас вот эта оправка, она имеет конус. И у нас вот этот соленблок, он заходит в эту оправку. И чтобы его загнать туда, в то отверстие, он сжимается конусом и выходит уже туда, куда надо. Также для установки очень важен момент. Вот у нас есть стрелочка. Вот эта стрелочка, она должна быть по направлению вперед. Потому что у него вот эта часть, она важна, насколько будет ходить ось вперед-назад. Вот такие моменты. Ну вот сейчас этим будем заниматься. Это у нас останется за кадром. Эта работа занимает очень много времени. Съемки вот эти, то надо делать работу, а не снимать. Итак, у нас все готово, почищено, зачищено. Все готово для установки новых соленблоков. Итак, у нас одна сторона собрана. Вот у нас бушин уже установлен. Вот эта меточка, она должна смотреть вперед. Вот так оно по-правильному делается. Сейчас другая сторона еще будет запрессовываться. Вот так оно выглядит. Итак, у нас все готово для установки балки на место. Сейчас подготавливаем запчасти. Тут у нас еще один трак появился на замену масла. Короче, занят целый день. Вот эти шайбы сейчас мы их смажем графитной смазкой перед установкой. Вот она, разволи его. Сейчас мы ее обильным количеством смазки, чтобы она там скользила хорошо. Вот это у нас графитная смазка в аэрозоле. Смазываем. Ну, типа серебрянки. Такая вещь, которая не вымывается дождем. Вот так, перед установкой на место я вот эти шайбы скрепляю
чтобы они не падали, мне ставлю струбцинку на одну и на другую сторону. Затем отпускаем домкрат. Вот, и поджимаем гидравликой вверх. Вот у нас идет процесс. Вот для чего у меня эта помпочка. Я качаю. Сейчас поднимаем. Поднимаем эту до правильной позиции. Все, сейчас мы его туда попросим, и он дойдет. Одна сторона у нас зашла, сейчас идем на другую сторону. Вот так, качаем с одной стороны, с другой стороны заходит. Так, у нас с одной стороны уже совпадает отверстие. Вот это отверстие мы вставляем шайбу. Шайбы у нас разные. Вот эта шайба у нас наружная. И она идет сюда. Сюда. Вот так она устанавливается. Внутренняя шайба. Отверстие по центру. Ну и вставляется она, соответственно, вот сюда. Сейчас мы болтом это подтянем, и все оно на месте будет. В наборе у нас вот такой болт специальный. Вот эта часть, она закручивается специальной головкой на большой пистолет, и она при затяжке обрывается. Это для того сделано, чтобы не перетянуть вот это соединение. Чтобы этот болт был не перетянут. Так. Ну вот мы вынули его по новой, смазали этот болт. Хотя вот эта смазка, она здесь не нужна, потому что болты одноразовые, если он не выходит, его срезается. Стороны уже сделаны. Еще один мост у нас остался задний. Та же самая работа. Вот у нас задняя ось уже тоже опущена. Вытащил ее, вытянул вот эти шайбы, болты. И вот что мы тут видим. Какой у нас саленблок. Видите, какая красивая втулка. Она вот вручную оттуда выходит. Гуляло как могло. Так, разбито. Так, легким движением молотка
выше. Так, мы перейдем на туск. Вот, а эта сторона держится, но просела. Но ему было достаточно одной стороны разбить. В общем, моя версия такова. Почему износился этот шаленблок? Он был изначально на заводе запрессован. При установке был неправильно. Вот должна была быть метка, скажем, вот эта метка, она должна была быть вот так. И он, ему задали уже направление, чтобы он износился. Он провернуться сам не мог. У нас на той стороне тоже под углом. Но чуть меньше. Но ему достаточно было уже вот этого неправильной установки, чтобы он разбился. Вот это у нас новые шаленблоки здесь. Новые шайбы, новые гайки, новые шаленблоки. Инструкция вот в картинках, ну и написано, как устанавливается и так далее. Такие версии. Вот как у нас выглядит старый, тот, который вот только что вытащили, и у нас вот так выглядит новый. Разницу чувствуете, ребята? Я думаю, последних 2 года хозяин трейлера работал только на резину. Шайбочки изношенные. Они просто удерживают разбег. Вот такой ситуэйшн. Сейчас зачищаем отверстия, посадочные места и все, процесс сборки. Вот у нас новые шайбы снова смазаны графитной смазкой. Все места голого металла зачищены, загрунтованы. Вот здесь будем сверху наносить материал тоже графитный, чтобы эта телега скользила. Сейчас будем сюда все это устанавливать. Итак, мы будем тут на этой телеге еще менять подшипники. Вот снял крышку наружную. Здесь вот такого типа гайка и стопорный винт. Стопорный винтик, его надо открутить. Тут шестигранничек заходит. О. Обычно, когда тут наши уже побывали, ребята, они этот стопорный винтик вообще не ставят. А некоторые даже не знают, что он там должен быть. Есть резьба какая-то, ну, мало ли, кто-то ее придумал для чего. Так, берем. Берем головку, вот, откручиваем наружную, внутреннюю гайку, вот так. Вот, открутили наружную гайку, тут у нас есть вот такое стопорное кольцо, оно этим буртиком заходит в паз на оси, удерживает внутреннюю гайку, чтобы не проворачивалось. Вот у нас есть тут такой пин. Бугорок, который заходит в эту шайбу, и он удерживает эту гайку, чтобы она не закрутилась и не открутилась.
Но мы будем эти гайки менять на новый тип. Эти гайки мы не будем уже сюда ставить. Есть все новый вид гаек, который позволяет делать регулировку точную. Поскольку это клиент себе сам будет потом регулировать, то ему надо такие, чтобы стояли. Сегодня к нам в гости приехал Товинг, забирает один трак. Разобрали, сняли сцепление, поставили обратно. Трак оказался по гарантии. Уже отремонтировали.
проблема по замене сайдинг-блоков завершена. Сейчас еще остались подшипники. Итак, для замены подшипника снимаем барабаны, откручиваем крышку. И у нас на этой ступице будет вот такая гайка. Гайки новые мы ставим вот такого типа. Вот новые запчасти у нас, новый сальник, подшипники, внутренние, наружные и гайка у нас. Вот как она выглядит, вот эта гаечка закручивается на паунды и стопорным кольцом стопорится, чтобы не открутилось. Все. Так, пошумим немного. Это был шум? Ну, я... Чего был шум? А? Это только... Вчера был шум. Кому-то что-то надо от тебя. Кого хочешь? Подмосковные вечера там. А, так я не сплю. Когда я сплю? А я тебя... А, 13-го не работал у нас? А я тебе адрес пришлю просто. Я говорю, адрес пришлю, я не просто. Thank you.
Итак, сейчас мы устанавливаем новые обоймы. У нас есть набор подшипников. Это наружный. Мы из этого набора достаем обойму. Открываем только обойму. Сам подшипник мы не будем пока трогать. Остается в мешочке. Вот обойма ставится сюда. Оправочка. Так, вытираем посадочное место. Так, берем следующий внутреннюю обойму из коробочки. Коробка у нас вот набор. Немаловажно поставить правильную сторону. Так, кто-то там советовал пресс. Пресс не чувствует, сколько удара пришло. Так, сейчас мы зачищаем поверхность. Итак, следующий момент. Мы протираем все чистой салфеткой насухо. Ставим подшипник. Подшипник смазываем маслицом. Берем сальник. Сальник у нас номер 463-00. Это заводской сальник. Его устанавливают на факторе. Вот ставим сальник. Берем оправочку. Характерный звук. Вот у нас при снятии ступицы и снятии вот этого сальника обнаружил
предыдущими ремонтниками вот дэмидж на вот этой поверхности, где сидит сальник. Сейчас будем его чуть-чуть полировать, чтобы там не было утечки масла. Итак, у нас все готово для установки ступицы. Вот мы сейчас берем ступицу в руки. Подшипничек. Смазываем его. Берем новую гайку. Гайка у нас вот такого, вот такая гайка. Номер ее. И выглядит она вот таким образом. Закручивается на ось и стопорное кольцо. Стопорное кольцо вот входит в паз, в зубчики, защелкивается и удерживает от откручивания эту гайку. Приблизительно так оно делается. Вот закручиваем. Берем ключик, головку затягиваем на паунды. Вот у нас там есть номер на этой головке, какой он там есть, видно, не видно, без разницы. Вот так, до характерного щелчка затягиваем на 100 паундов. Проворачиваем раза 3 ступицу. Ролики садятся на места. И затем мы подпускаем на 1/4 оборота. 1/4 это 90 градусов, да, 15 минут. Вот, отпустили. У нас сейчас там имеется тепловой зазор. Вот. Все готово для установки стопорного кольца. Вот стопорное кольцо. Установили. Можно закрывать хаб. Значит так, у нас есть прокладочка новая. Мы устанавливаем старый хаб. У нас зачищено все тут, подготовлено. Вот ставим прокладочку. Хаб у нас алюминиевый, его можно перетянуть, сделать его деформированным, то закручиваем от руки не сильно. Все, можно заливать масло. Так, заливаем масло.
устанавливаем барабан. У нас остался один набор еще на одно колесо, скажем так, на одну сторону. Гайка, внутренний подшипник, наружный подшипник, сальник и прокладочка. Вот у нас в коробочке для гайки, вот в коробочке вместе с гайкой идет вот инструкция. Вот откуда мы берем информацию, насколько ее надо тянуть, эту гайку. Вот у нас данные, написано затянуть на 100 фит, прокрутить колесо, и на трейлер НАК у нас вот такая 447 43, вот эта гайка, она 1/4 оборота назад отпускаем ее. Вот отсюда и все данные, вот информация. Если кому непонятно на английском, вот может на испанском, на французском прочитать. Начинаем разборку ступицы. Вот пару болтиков осталось тут. Стопорный винтик, как обычно, вынимаем его. Нам эти гайки уже на данный момент не нужны будут. Так, откручиваем наружное. Все тут легко откручивается. Похоже, что сюда никто еще никто не был тут в этих ступицах. Сальник не меняли. Вот масло очень подуставшее, черное. Сальник стоит у нас тут еще заводской. Если он не снимается, вот эта часть, я ее обычно подрезаю автогеном. Проверяем на выработку. Ну, чуть-чуть есть выработка на посадочных местах подшипника, но новый подшипник мы будем ставить, оно, в общем-то, ничего страшного нет в этом. Вот она ступица. Сальник вынимаем. Обойму.
править инструмент. Так, когда правильный инструмент, то оно выходит довольно-таки быстро. Вот сейчас мы подготавливаем посадочное место под новую обойму. Вот. Так, это обойма у нас. Характерный звук подпрыгивания. Немаловажно, какой стороной обойму ставишь. Можно засадить ее, а потом оттуда не очень легко вытащить ее. С обоймами все. Зачищаем место под сальник. Срезаем тот.
важность в моем методе снятия сальника заключается в том, тут момент такой ответственный, не повредить поверхность, где сидит этот сальник. Четко и это делаю. Я использую вот эту жидкость W-40, наносим ее на наждачку, на поверхность обрабатываемую, и убираем эту ржавчину отсюда. У нас уже обрабатываемая поверхность гладкая получается, нет ржавчины. Вот так у нас уже сядет там сальник нормально, без заедания. Тут довольно такие глубокие раковины в оси. Если очень глубокая раковина, то есть специальный сальник, который садится на клей. И, кстати, те сальники можно по нескольку раз снимать, ставить. Вот эти сальники, которые сейчас у нас, они одноразовые. А тот, который на клей сюда садится, тут обойма садится на ось, и она там уже надолго хватает ее. Так, следующий этап. Вытираем все насухо. Некоторые механики используют вот брейк клинер для промывки подшипников. Очень плохая вещь брейк клинер именно на рабочую поверхность подшипников. Во-первых, она становится сухой, и обычно туда никто не добавляет масло сразу для смазывания подшипника. И он первое время, пока туда накатает на ролики
пока он накатает на ролике масло, он работает в сухую. Так, смазываем подшипник, проверяем сальник. Бывает, отсутствует пружинка. Вот. Уже несколько так раз попадало, что пружинки нету на сальнике. Отправку я использую вот такого типа, просто шайба. Эти оправки, они идут под специальный сальник, сальник компании Стимко. Но тут для этого надо просто, чтобы была ровная поверхность, и мы ее, я переворачиваю вверх. Вот он, характерный звук. И отдача вот этого инсталлера. Так. У нас тут все вытерли насухо. Добавляем W40, она разъедает как бы старую смазку, которая вот здесь как налет, чтобы масло было у нас некоторое время чистенькое. Вот мы чистим эту ось, протираем до голого чистого металла. Вот тут налет. Налет появляется, когда пережатые подшипнички, оно греется масло и становится черным. Так. Подшипник. Подшипник у нас новый. Сейчас мы его тоже слегонца смажем. Вот. Новая гаечка, все. Чуть-чуть попросить деревяшкой отсюда деревянным. Так. Берем ключик, выставляем на 100 паундов. Вот он у нас на 100 паундов. Протираем все детали, головку,
специальный. Вот у нас щелкнуло. Проворачиваем раза три в одну, вторую сторону ступицу. Подживаем. Вот, все поджали. И отпускаем 1/4 оборота. Кто как хочет. 1/4 это 90 градусов или 15 минут. Кто как привык считать. Вот по ключику оно слышно, как подшипник отошел. Отпустил ступицу. Вот у нас вращение. Все, у нас готово для дальнейшей установки. Вот, вот эта гайка, она хороша тем, что ты можешь ее руками подтянуть. И руками никогда не перетянешь подшипник, чтобы он грелся. Можно в дороге поднял там кратер, снял крышечку, подтянул и все дела. Вот все у нас тут уже готово для установки. Для установки крышки. Вот крышку мы сейчас. Было бы новое, было бы хорошо. А так надо старую крышку вымыть. Вот эту гадость отсюда. В общем так. Вот у нас как фиксирует вот эта гайка ступицу. Вот эти оранжевое колечко пружинное, оно заходит в зубчики в самой гайке. И один входит в паз. И вот так оно сюда просто защелкивается от руки, вынимается отверточкой. Все так надежно. Сейчас у нас готовая крышка. Помыл я ее. Вот эту крышку есть важность такая, не мыть ацетоном или какими-то растворителями или как брейк-клинерами. Потому что вот это оргстекло, это становится матовым, и потом не видно, сколько там масла вступится. Значит так, старая крышка, новая прокладка. Это все мы соединяем вместе. Поставим болтик. Значит, откручивали мы эти болтики ганом, а закручивать будем бородком, чтобы чувствовать момент затяжки. Обратите внимание, где держится ключик. Не на конце воротка, а поближе к головке, чтобы не свернуть болтиком шею. Потому что чем дальше от центра головки, тем больше усилий. И
вот эти крышки, они очень часто бывает, что перетянуты и поверхность повело. Ну все, готово для установки барабана. Сейчас будем заливать масло. Масло идет сюда 1 литр в ступицу, в 5 литрах. Вот все, можно ставить колеса. Но мы сейчас будем делать на этом трейлере, мы будем выставлять ося. Ну как это здесь называется, это словом одним, alignment. По-нашему это развал схождения. Но тут развала нет, а схождение колес должно регулироваться. Вот как я это делаю, сейчас мы будем наблюдать. Следите за движением. Значит так, что такое alignment? Alignment — это геометрия. Геометрия колес, как они установлены. Первым делом я проверяю раму саму, сам фрейм, насколько он правильно сделан и насколько его повело. У меня есть вот угольники, угольник вот такого плана. У меня ровная поверхность в шапе. И вот я беру вот эти плоскости. Вот этот кронштейн, где он у нас установлен, я его беру, меряю углы. Вот угол тут. И делаю метку на полу. Пол у меня ровный. Я делаю метку. Потом мы ставим этот же угольник с этой стороны. Где у нас получается угол, там как бы точка будет. Вот. Затем все четыре вот этих угла замеряем, переносим вот этот рисунок на пол. Меряем точки от угла до угла по диагонали, иксом. Меряем. Это у нас покажет, насколько, какая сторона ушла. Значит так, повторяем процесс. Мы ставим угольник. Вот мы его приложили к фрейму. Пол у нас ровный. Мы ставим меточку. На полу мы ставим меточку. Где у нас эта метка пришла. Затем мы ставим с этой стороны угольник. У нас тоже ставим метку на полу. У нас пол немного жирный, не хочет писать. Затем мы на полу делаем, по этим меткам мы делаем точку. Где она выходит у нас тут? Затем метки, вот эти все четыре метки, задняя ось, передняя, задний кронштейн, передний кронштейн, мы ставим ровненькую линейку, делаем типа квадрат, или получится не квадрат, а прямоугольник, и мы меряем диагонали. Мы меряем от, скажем, от заднего левого колеса на передние правые и наоборот. Если у нас вот здесь все правильно, никуда не ушло, тележка у нас не была деформирована, мы делаем следующий замер. Мы делаем замер моста, как он далеко у нас стоит от передней точки. Мы делаем тоже 3 метки, то есть 4 метки мы делаем, 4 метки на полу. И у нас главное, чтобы колеса шли ровно по отношению к
вот этим кронштейном. Вот телега у нас ровненькая, тогда оно у нас идет правильно, колеса не будут выедаться, потому что и трейлер не будет уходить в сторону. Потому что обычно наши вот эти специалисты с лазерными своими приборами, они не учитывают один момент, что тележка на трейлере, она не стоит жестко, она в полозьях имеет люфт. И вот как приехал, он сделал алаймент, деньги взял, а алаймента нет, потому что тележка стояла на перекос, они сделали его, и в общем-то это неправильно. Мой метод, он работает, многим я это делал алаймент, и все довольны, никуда у них телега не уходит, и колеса выедаются равномерно, без увода трейлера в сторону. Так что вот так, приезжайте на алаймент, ребята. Одним словом, у нас вот такая ситуация. Мы вот эти делаем метки кронштейнов на полу. У нас вот эта линия должна сходиться, вот это крест-накрест должно одинаковое быть расстояние, да? Вот это замеряется, если оно здесь все правильно. Затем у нас важный момент. От одной точки вот этой, где крепится мост, вот этот размер у нас важный. Вот эта параллельность слева и справа должно быть одинаковое расстояние. Так же само задний мы меряем. И затем меряем между собой вот эти ося между собой, насколько они должны идти параллельно. Знаешь, расстояние вот это между передней частью моста и переднего и передней частью моста заднего, оно должно быть одинаково слева и справа. Вот вам и весь алаймент. Наши же специалисты, когда делают на трейлере этот алаймент, они меряют так. Вот у нас, скажем, кингпин, это седло, цепляем, вот здесь у нас седло. И они меряют отсюда расстояние к центрам оси. Ставятся приборы, у них стоит вот здесь планка, он лазером меряет туда, но не учитывает вот этот момент, что телега может стоять под углом по отношению к самому трейлеру. И вот он сделает алаймент, и оно у вас там уводит влево, вправо, уже в зависимости на какой плоскости стоял этот трейлер. Так что моя теория, вот эта линеечка, она всегда правильная. Лазер, он именно в трейлере может дать погрешность в этом моменте. Вот так, вкратце. Об алайменте. Вот это у нас шайба регулирует движение моста вперед-назад. Мы сюда вставляем квадрат. Вот. И квадрат проворачивает шайбу. Шайба имеет упор в кронштейн. И вот можно видеть, как двигается весь вот этот мост, подвинулся вперед или же он подвинулся назад. Так. Обычно у меня вот эти шайбы стоят почти ровно, без вот так они обычно стоят почти ровно, без никаких там вперед-назад, потому что у меня телега, кронштейны ровно стоят. Если вы видите, что шайба повернута до упора вперед или назад, так и знай, что сделали алаймент лазерным прибором, причем на трейлере, не снимая тележку.
Вот такая метода у нас. Выкатил телегу, поднял прицеп. Сейчас поднимаю вот эту тележку повыше на вот этих козликах, которые там установлены. Вот, как всегда, дождь начинается при таких маневрах.
Итак, последние моменты. Закрепить телегу трейлеру. Так, все, остались шланги. Шланги надо закрепить. Шланги надо закрепить, собрать инструмент. И все. Трейлер готов. Итак, работа по замене резинометаллических втулок, бушингов или сайлентблоков. Завершена. Все, шланги подключены. Последние моменты — это сделать антикоррозийное покрытие вот таким, типа краска, но оно как резина становится после камни не отбивают краску. Вот такая. Вот все, где зачищались до металла поверхности, я покрыл вот этим